Всем привет! Сегодня будем делать упражнение 5, 2, 7. Давайте приступим. Сначала нам нужно заполнить user profile. Тут вводите имя, email и вашу группу. Я это вводить не буду. Нажимаем ОК. Да. Задание перезагрузится. Открываем нашу инструкцию. Кнопочка Top. Готово. Сегодня мы будем настраивать и перенастраивать ASL. Это списки доступа. Давайте приступим. Первое, что вам нужно будет сделать, пропинговать вот эти вот все, что тут написано, и ответить, успешные они или нет. Их нужно будет записать в PDF-файлике, потом это вам пригодится. А я приступлю сразу к части 2, настройки и проверки. Нам нужно будет настроить Access List 1 с вот таким вот названием, указать доступы для вот этих двух сетей и запретить все остальные. Давайте откроем R3. Мы настраиваем сейчас нумерованный ASL. Enable. Conf-T. Access. List 1. Remark, allow R1, ну, R1, VLAN, access. Давайте я скопирую. Allow R1, LAN access. Окей. Дальше настраиваем permit для первой и для второй. Готово. Также нам осталось запретить все остальные. Секунду. Вот так. И вот так. Готово. Мы заработали своих 25%. Теперь нам нужно настроить интерфейс. У нас это гигабит интернет 0.0. Вот. Настраиваем. Интерфейс гигабит интернет 0.0. В режиме конфигурации G0.0. 0. Готово. IP access group 1 out. Готово. Мы заработали 50% баллов. Теперь можем двигаться к следующему устройству. Это у нас будет R1. Вам обязательно нужно будет просмотреть вот эти вот все вопросы, пропинговать. Здесь вам даже пинги прописаны. И посмотреть, будут ли пинги удачны и подумать, почему. И также свериться с списками доступа, чтобы все было правильно. Теперь будем настраивать именованный ASL, named ASL, стандартный. Открываем R1, command line, conf enable, conf-t. Здесь указываем IP access list, стандарт, branch office, policy. Это именованный ASL. Также настраиваем пермиты. Все, настроили. Окей, теперь нам нужно настроить также наш интерфейс. Он у нас тоже будет гигабит интернет 0.0. Для этого exit int g0.0.0. Далее указываем IP access group branch office policy out. Готово. Но если вы введете команду show access list, и так дальше, вот это все прочитаете, то увидите, что нам нужно будет перенастроить стандартный ASL в части 3. Давайте это и сделаем. Для этого, опять-таки, Ctrl-C, Conf-T, возвращаемся в режим конфигурации и прописываем IP, access list, стандарт, указываем branch office policy. Готово. Далее указываем пермиты. 30 пермит. 2.0.0.9.165.2.0.0.224.0.0.0.31. Также 40 deny any.
Готово. И все. Теперь вам осталось только с помощью команды show XSLIST удостовериться, что вот тут у вас тоже все вот так настроено, как тут, что все правильно. Еще раз пропинковать и ответить на вопрос, были ли они успешны. А на этом все. Всем пока.